В Югре до конца года планируют запустить 3 креативных кластера. Так, одним из эпицентров креативной индустрии станет Белоярский. Здесь побывали специалисты агентства стратегических инициатив. Совместно с окружным фондом поддержки предпринимательства гости посетили несколько площадок в Белоярском и Козыме, чтобы разработать дорожную карту для реализации этого проекта. По словам экспертов, в Югре есть все условия для развития креативной экономики. В регионе достаточно самобытных мастеров, которые производят как традиционные для народов Севера изделия, так и современная интерпретация. К тому же Югра выгодно отличается от других регионов своим подходом к сохранению этнического компонента. В частности, у нас очень сильная научная база. Осталось дело за малым. Из этого нужно добавить чуть-чуть актуальности, ну, в смысле, отсовременить это немножко совсем, и научить это продавать во внешний мир, чтобы это стало полноценным креативным продуктом. Это безусловное выгодное отличие не просто от 10 регионов, с которыми мы работаем, а от всех 85. Нам очень важно создать не просто отдельно взятые арт-резиденции или креативные кластеры, важно создать экосистему, то есть то, что заработает, условно. Одна точка специализируется на маркетинге, другая точка специализируется на акселераторе. Это значит учить бизнес и учить продавать. Третья точка специализируется на науке, там четвертая точка специализируется на арт-резиденции, на чистом творчестве, на практике. Вот эту экосистему сейчас очень важно собрать и быстро ее запустить. Я думаю, что это вполне себе реально сделать до конца года.